В Ангарске увеличилось число ДТП с участием пешеходов. Меры по снижению аварийности обсудили накануне на комиссии по безопасности дорожного движения. Сотрудники отдела ГИБДД, депутаты и представители управления образования провели встречу в рамках программы «Внимание, дети». Инспекторы доложили о том, какими способами обеспечивается безопасность пешеходов. В этом году значительное количество дорожно-транспортных происшествий именно с участием пешеходов, несмотря на принятые меры администрации, там несколько, значит, искусственных дорожных неровностей положено, нанесено пластиком несколько, значит, пешеходных переходов, но тем не менее актуальная проблема остается на сегодняшний день, и решить ее можно только с помощью установки ограждений. На комиссии были рассмотрены вопросы финансирования ведомственной целевой программы по повышению безопасности движения до 2017 года, в том числе возможность обустройства парковочных карманов около образовательных учреждений.